Канагат Такиева с соратниками у акимата Алматы. Люди хотят встретиться с акимом и предложить собрать представителей банка второго уровня, Нацбанка, Комитета финансового надзора, судебных исполнителей, проблемных ипотечников за один круглый стол. Заместители Исимова Ербулата Шурманова о визитерах предупреждали заранее, но он оказался якобы на совещании у Бастыка. На встречу с заемщиками явился начальник отдела внутренней политики Ерлан Ауэзов. Он предложил написать очередное заявление. Вышел к нам Ауэзов, слава богу, хоть один кто-то выходит к нам, и сказал, порекомендовал сдать заявление для встречи с акимом. Мы его в очередной раз зарегистрировали, сдали, подписали, получили талончик о встрече. Ну, со слов Ауэзова, валяться заявление не будет. Но Ахмеджан Есимов некто сродни Богу, и неизвестно, сколько еще заявлений придется сдать ипотечникам, прежде чем они смогут воочию увидеть великого градоначальника. Зато для казахстанцев оказались открытыми двери представительств иностранных государств. 7 августа неплатежеспособные заемщики намерены провести массовую регистрацию заявлений в канцелярию Национального банка. Ипотечники просят представителей других стран прийти на акцию в качестве наблюдателей. Мол, при чужестранцах из дипмиссии силовики не станут массово арестовывать людей. Но казахстанская карательная система заработала уже у французского консульства. Полицейский забрал удостоверение личности у корреспондента информационного канала 16.12 и пытался выхватить из рук журналиста видеокамеру. Нет, здесь же казахстанская земля. Уберите руки. Руки уберите. Руки уберите. С какой целью руки вы снимаете? Уберите. С какой целью? Здесь посольство. Руки убирайте. Снимать нельзя. Вы что? Руки здесь уберите. Закрытый, а вы что вмешиваете? Это же улица, это же наш край. Вы обязаны охранять это посольство. Ну охраняйте, охраняйте. Я сейчас сюда бомбу принесла. Но это же не внутри посольства. И снаружи тоже нельзя снимать. Как это? Ну где? Покажите это постановление. Покажите. Я покажу вам. Дайте мне. Пройдемте, покажу вам. Нет, вы сюда вынесите нам. Сюда вынесите. Thank you.